16 октября 2024 года компания Red Cat Holdings, специализирующаяся на технологиях беспилотников, объявила о получении контракта на 1 миллион долларов от командования связи и электроники армии США на свои беспилотники Edge-130. Edge-130 – беспилотная воздушная система военного класса, была специально разработана для правительственного и военного использования, фокусируясь на дальних картографических, инспекционных, наблюдательных и разведывательных миссиях. Она является частью растущего портфолио передовых беспилотных систем Red Cat, которые объединяют передовое роботизированное оборудование и сложное программное обеспечение для военных, правительственных и коммерческих операций. Edge-130 особенно хорошо подходит для морских и прибрежных операций благодаря своим размерам, легкой конструкции и возможностям вертикального взлета и посадки. Edge-130 – это трикоптер, разработанный для быстрого развертывания и эффективности работы в полевых условиях. При весе всего 1200 граммов его может собрать и запустить вручную один пользователь всего за одну минуту. С временем полета более 60 минут в прямом режиме он является лидером по выносливости среди дронов, одобренных в рамках программы Blue AAS. Эта возможность позволяет дрону делать высокоточные аэроснимки с автономией средней дальности, что делает его незаменимым для миссий разведки, наблюдения и рекогносцировки IR. Легкий и портативный характер дрона в сочетании с его передовой сенсорной технологией гарантирует, что он может предоставлять разведданные в реальном времени и ситуационную осведомленность наземным войскам в различных оперативных условиях. Edge-130 Blue сертифицирован в рамках программы Blue AAS, инициативы правительства США, направленной на обеспечение соответствия военных дронов самым высоким стандартам кибербезопасности, безопасности и эксплуатационных возможностей.